Хотели ли вы узнать свое будущее? Ведь многие верят, что можно предсказать судьбу при помощи карт, примет и гороскопов. А может, лучше сохранить интригу и взять все в свои руки? Давайте узнаем у наших горожан. Вы видите какие-нибудь предсказания в гороскопы, может быть, приметы? Если хорошие. В основном гадаю на китайских монетах. Ух ты, никогда о таком не слышал. Кошка дорогу перебежала, я совершенно спокойно иду. В приметы верите? Верю. В какие? Какие есть. Я перестала верить. А то есть до этого верили? Да. А что вас остановило в это верить? Что-то ничего не совпадает. Мне кажется, любого спросите, все верят. Ну, но только вот боятся сами себе признаться в этом. Женщина, вы что, испугались меня? Не надо мне. Меня нервирует сейчас. Точно. Точно, Скорпион. Я уверен в этом. Но я не верю в гороскоп. Да. Черная кошка пробежала. Это классика. Целый день. Все. Я сама катаю. Ты кидаешь монеты, потом просчитываешь и читаешь предсказания. Очень часто сбываются. Я могу сказать, что вас сегодня ждет. Я близнецы. Близнецы? А что, какие стереотипы про близнецов? Что они говорят вообще? Ну, такие неугомонные натуры, такие болтливые. Я рыба. Рыбы. А говорят про них, что неспокойные, если не ошибаюсь. Это правда? Это можно про вас сказать? Нет. Скорпион. Ой, а вот говорят, что скорпионы, они такие вредные, вот прямо такие стереотипы. Ну, если нас тронут, вредно. А бабушка мне в детстве еще сказала, никогда не бери в руки карты. Ну, а давайте, скажите, что меня ждет сегодня. Нельзя. Не скажете? Нельзя будущее знать свое. А то есть вы знаете, что меня ждет, но вы не скажете мне? А зачем я буду говорить? Как видим, в нашем городе есть и скептики, и те, кто верят в различную мистику. А некоторые и сами предсказывают будущее, ну или, по крайней мере, пытаются. А что думаете вы? Напишите в комментариях, была ли в вашей жизни мистика и стоит ли верить предсказаниям. Александр Зуев, Олеся Сергеевич, телекомпания АТВ.